Здорово! Здорово! Да, мы спонсор хотим ролика, подожди, скажем сначала Люха. Да. И да. Мы хотим передать привет его брату Глебу. Которого да. в втором классе. Желаем тебе хорошо закончить второй класс и перейти в третий. Да. Качай знания. Why not, you stupid bastard? Жаба, светлячок, мангровое дерево. Все, как бы ты относишься. Хорошо. Еще раз себя жаба. О, Неркин. Неркин. Праздничный стрим, не побоюсь этого слова, самый что ни на есть сад. А, я думаю, что так звучит все это? Там я считаю, что это пуп. Да, это ритм. Ну, пуп. Ну да. А какой-то еще пупы и ритм? Пуп-ритм, да. Это одно и то же? Да, просто оно по-русски, другое по-английски. Праздник у нас с вами, потому что наконец-то... Ага. Вон, наконец-то, тут его красный экранчик, да. Наконец-то классный. У нас стрим, пока что он еще не начался. Наконец-то, то есть, но при этом все мы... Так, секунду. Будичат. Пугод. Повагод. А ты снова старый? Нашего... Мы сегодня будем кайфовать очень много. Вот так буквально, шишка. У нас ведь как говорят, пока шишка стоит... Наверное, новый ролик. Я благодарю всех спонсоров. Прописка нет. Прописка нет. Куписки. Спасибо большое. Бебры. Скрынник, понятное дело, он самый главный создатель Майнкрафта. Я сейчас грубо пошучу, ребят. Закройте ушки. Закройте ушки, ребят. Он еще отец ночи, между прочим, так что он все знает. Закройте ушки, ребят. Снова? Что я смотрю? Мы добавили грязь. Yeah, so we're adding really cool renewability mechanics to mud. The first of which is if you take a dirt block and pour a water bottle on it, then you can get more mud. Ебать! Клин у вас из земли делать, ты чё ебанулся? Охуеть! Да. Фермаглин. Да. Да, аплодисменты. Мы достигли. Надо было, чтобы этот мем, где мужик с песком. Это 1.19. Это 1.19. Ура! Глина! Глина! На твоем же месте я бы лучше убился. Твоя лучшая ферма. Это ферма глины. У них Версус был в Майнкрафте. Еще раз, ребята, жаба. Охуеть. Светлячок и мангровое дерево. Что добавили? Все. Я хотел бы материться. Материться можно? Да, 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 и еще раз да. Ага, понятно. Нельзя. Лучше Неркину, мне кажется, не давать. А то я помню, смотрел один стрим там, в общем. Сейчас Неркину дали? Там Неркину дали. Лох ты. Блядь, я хочу сказать, за кого же я голосовал? Дамы и господа, я голосовал... Ебанушкой. Это ж, это банка, это банка с камом. Это банка, господа. Банка с камом. Привет, Вишнюшка. Если я все правильно перевел, он будет нюхать вас. Не нюхать вас, а будет слышать ваш запах. А, это, видимо, совсем недавно было, то, что нюхать, слышать ваш запах, это походу про нюхача, наверное, обсуждали. Да, точно? Ну, когда вышел ролик, посмотри. Точно? Бля, ну посмотри, когда вышел ролик. Сейчас скажу. 13 июля 22 года. Июля. Нет, это значит до обновления, да, когда добавили грязь, жабок и всего еще остального. Еще не было. Значит, другой там нюхачей, этих не было еще. Insane, he managed to like sync it up so perfectly. Подписывайтесь на мой канал. Всем привет! Говори, выживай! Подписывайтесь! Я гений. Всегда слушайте меня. Я говорил, вы просто должны меня слушать. Flowers, things like that. It's really beautiful. Мобы будут... Ну, мы хотим отпраздновать дикость. Мы хотим отпраздновать дикость. Это обновление дичи, господа. Дичи. Блядь, о да, как я говорил, я это предсказывал! Их не добавили, их не добавили. Нет планов на добавление с Литвичком в любом предстоящем обзоре. Это как это, знаешь... Я говорил! Нет, это знаешь, как это меме 4.19, 4.20. Это с этой серии. Нахуй! А, блядь! Пошел нахуй! Мема с гигачатом, да? Да вот отойди отсюда! Сила! Нахуй! Чё ты орёшь? Мне что-то тебя слышно очень сильно. С
Страж может чувствовать запах. Хули ты разлегся, иди код пиши, блять, рога добавь. Вот лучше вместо... Не хотите ли на Майнкон 2021 попасть? Все таки, да, конечно, я хочу. А пришлите что-то очень интересное, классное. Хорошо. Дикпик. Я вам пришлю свой... Вау! Да, да. Слушай, я в следующем году реально что-то свое отправлю. Панда! Гляньте, у меня такая челюсть, понимаешь? Ам-ам-ам. Блин, ну, ребята, я теперь, я зимой жду Агнес, заплаканную. Знаете, если она сейчас такая, ой, ну извините. Зимой она будет с фингалом. О-о-о, Агнес! Непобитая, бля, уволить этого человека. It's important to get everything right. Like color pack. Если вы до сих пор думаете, что... Для меня, как для блогера. Keeps updated. Это источник заработка. Вы глубоко ошибаетесь. А что, че это? Че это интервью про источник? Лицо. У меня должен быть мем с этим дедом, который, знаешь, улыбается, у которого скрытая боль, у него тоже должно быть то же самое. А, ну да. Знаете, сколько они говорили про обновление? Ребят, вот знаете сколько? Я вам сейчас скажу 15 вонючих минут. В 1.18 это просто Minecraft 2. Ну, не то чтобы Minecraft 2, но можно так сказать, в принципе, да. Жаба, мангровое дерево, светлячок, которое просто 2 пикселя. Его не добавили, чуть более. Бесполезные насекомые. Еще раз, ребят, жаба, светлячок, мангровое дерево. Все. Как к ЛГБТ относишься? Хорошо. Привет, ребятки! Вы на канале Дима Асальмас. Бам-бам-бам. Бомбящее видео. Без монтажа обойдетесь, потому что идите нахуй на... Уникальный калый город Вардена. Итак, у нас есть, в общем, подземный гамзон. Я балди. Напоминаю, ребят, напоминаю. Я бэч. Я буду сосать не 40, не 30, да? Да, да. 15 членов. И все атеисты такие, да, да, на Майнконе, вау. Это жаба? Науки. Опять же, напоминаю, мы можем этот член долбить. Ну, ради этого я сюда пойду, блин. Выглядит, как будто собака сходила в туалет с блестками. Круто и дерзко, скажем так. Итак, пока не запустили портал в Моджанге, да, а скорее всего это будет не раньше, чем, ну, 27,5 тысячи год, вот так вот. И знаете, что в этом мире будет, ребят? Знаете что? Там будут синие зомби, синие скелеты, синие координаты, синие атеисты, синие загнивающие топка, синие зимооскрынник. Но это будет новое измерение. Это не обновление 1.19. Это обновление 1.15. Это обновление халтура. Вонючая. Вот бьет местных жителей, там, обирает у них получку. Вот это вот обновление 1.19, ребят. Что ты наконец-то я нашел существо, которое может помогать мне проходить Майнкрафт каждый раз. Может, ты такой хороший. Хаги. Ладно, теперь можно перекусить. В смысле, а кем перекусить? Во-первых, кто не знал, ребята, кости нельзя давать собаке. Нельзя. Она может разгрызть кость, разгрызть ребрище, кусочки кала, потом вопьются ей в желудок, она укусит в член, и она умрет от кровотечения. А что у простоящих собак есть, и что? Бэч, это значит не сообщается, Моджанг. А жаба вот умерла или чуть не умерла под пенью за пирочья. Опа, сожрала. Опа, сожрала. Это значит не сообщается, Моджан. Жаба жрет пирочья. То есть никто из родителей, да, не позвонил в Моджанг, не сказали, слушайте, у нас дети как бы покормили собаку, а она покормила детей. Опа, сожрала. Опа, сожрала. А потом кормила они достали... Я помню пенис большой. Это значит не сообщается, Моджанг. Кто вам сказал вообще, что жабы... Мечутся по этим болотам в надежде, что действительно сейчас вся эта напасть в итоге уйдет. Поднимают вертолет со священником, и он просто-напросто окропляет землю, чтобы здесь не было прямых скрынников. Это гениально. Это самая жаба по поводу того, что у нас теперь не будет повода срать, Моджанг. Жаба, светлячок, мангровое дерево. Все. Как ЛГБТ? Как ЛГБТ? Отпустишься, а? Хорошо. Ребят, это база. Какая тупая вещь, гляньте. Почему у меня вообще есть урезанная...
урезанная, увеличенная версия. Пятерка заказала аниматоров? Такая бредятина, просто лютая. Это кастрированный моджинг с бесполезными жабами и с кастрированным Димой, с крыником. И вы после этого, естественно, в это все поверите и будете потом доказывать свою точку зрения. Нужно думать вот этой вот штуковиной. Мы просто показали это на Майнконе. Халтура вонючая. А это просто картинка. Прикольно. Жабы, грязь и контент из 1.17. Вы что думали? Мы это показали, чтобы это добавить в игру? Нет. Мы добавили жаб и грязь добавили. Даже светлячков не добавили, который так Пятерка радовался. Ну и в чем смысл? Пей, что интересно. Пей. Я сейчас стою на высоте в пей. И сейчас магия, ребят. Та-дам! Я вообще не понял, что за бред. Просто вонючая халтура. Жабы, грязь и... Вонючее болото под названием «Русская зечь» на YouTube. Я колдешка Когина. Жаба, светлячок, мангровое дерево. Все. Как к ГБТ относишься? Хорошо. Еще раз, ребят, жаба, светлячок, мангровое дерево. Ребята, если берем по этим видео. Как к ГБТ относишься? Чувак, ребята, давайте наберем под этим видео. Не напиши сколько лайков, а потому что закрыто мое уязвимое видео. И когда я выложу полную версию рекорд, но, видимо, специально так сделал. Жирные, бесполезные насекомые. Жирные, жирные насекомые. Нельзя! Опорочили майнкрафтеров. Сейчас это ассоциируется с каким-то неадекватом, дурачком и все в таком духе. Да, с чего бы это? Это многозначительно правда. Майнкрафт!